Привет, YouTube, привет. Дошел ход. Вот делать надо крылышко и бампер. Тут ударчик был. Естественно, надо посмотреть, снять фара тут. Вот она шевелится у нас. Что тут, чему она связана и с бампером, тут и со всеми потрошками. Естественно, нам надо снять бампер. И вот будет маленькое такое видео. Как снять бампер на джете. Джета 2007 года. Вот. Надо тут подремонтироваться немножечко. Вот. И поэтому встал вопрос, как же сюда добраться. Как это разобрать аккуратненько. Что, зачем, какая последовательность. Вот мы здесь видим рамочка. Вот видим здесь защелочки такие, вот они. Сейчас будем посмотреть. Для этого нам понадобится отверточка, вот такой ключик. Откручиваем шестигранники. Ну вот я показываю. Здесь мы нажимаем вот так на себя. Она выходит одна защелка, вторая защелка. Вот это соединение. И вот так у нас решеточка. Появляется какая-то степень свободы. Сейчас заглянем вовнутрь. Там, скорее всего, другие защелочки будут. Вот, заглянул потихоньку вовнутрь. Вот такие у нас здесь находятся защелочки. Вот, которые надо аккуратненько помочь и отщелкнуть. Чтобы ничего не поломать. Таким образом мы снимаем вот эту вот губу. Со знаком, с номером. Дальше, как говорится, ну, вот они, защелочки эти наши, они так вставляются, но тут уже машинка перед комбилась, тут вот такие вот вещи народ замудрил потихоньку. Здесь, вот здесь, как мы видим, это явно уже двоюродная. Ладно, продолжаем нашу праздничную разборку, сняли вот эту губу. Нижняя губа тоже там на защелках отщелкивается. Праздничную разборку. Значит, здесь у нас вот винтик, шестигранничек. Вот такие вот закручены. С этой стороны, здесь, здесь. Здесь это видно. Вот здесь, здесь. Вот три здесь откручиваем. Здесь один. И снизу. Вот они у нас видны места. Плюс вот эту красоту, то же самое, надо отсоединить, воду слить, и можно заниматься. Вот они отверстия, там должны быть шестигранники. Ну здесь кое-где, вон, как мы видим, вот что поотваливалось, даже не с этой машины по цвету видно. Какой-то обломок тут вывалился, непонятно. Еще раз повторюсь, что явно даже по цвету не соответствует. Этой машине. Чего она тут валялась, непонятно. Ну, наверное, положили запчасть какую-то ненужную. А может и нужную. Но факт тот, что вот так. Вот так снимается бампер передний. Ничего сложного. Все-таки на фольцах, ребята, скажем так, более-менее это удобно делается. Вот, дальше посмотрим, как снять фары. Я не буду снимать, как тут воду сливать и прочее, но это никому не надо. Это наш снятый бампер. Вот водичка слилась в ведерочку. Здесь поддевается вот такая есть красотень. Поддеваешь ее вверх, защелочка выходит. И разъединяется все. Да, тут, конечно, уже дела были в машине. Ну ничего. Вроде бы это все тут целое. Живое, и это уже хорошо. Вот. А с этим, как говорится, предстоит разобраться. Ну что, продолжаем. Теперь нам надо снять фары наши. Во всяком случае, эту. Потому что для того, чтобы подрихтовать вот эту красоту, вот, и тут сделать, и красить, нам фара будет мешаться. Но опять же, посмотреть, она тут у нас вот так болтается. Это неправильно.
Вот. Если что-то там может ухо припаять или что-то сделать. Сейчас надо снять. Поехали дальше. Значит, что мы смотрим? Вот фара у нас на одном ухе висит. И вот второе ухо висит. Откручиваем. Фара уже выходит у нас. Ну, еще, как говорится, не совсем. Там ее держат, скорее всего, провода. Значит, вот здесь у нас, как мы видим, вот он, короткий винтик. Вот в этом месте у нас вот такой вот длиннючий шуруп. Вот здесь у нас резьба. Вот здесь резьба. Здесь у нас саморез, как мы видим. Сейчас отсоединим. Там проводюлечки есть на фаре, и я покажу, как они отсоединены. У нас единственный разъем, на него надо вот в этом месте надавить, и он выходит. Вот. И здесь внизу фара, внизу, в нижней части, вот он еще есть, такой же. Вот. Ну, вероятно, это уже было утрачено. Тут ни винтиков, ни шурупчиков, ни креплений никаких нету. Уже тут крепить не к чему. То есть фара на третьем, так сказать, крепление отсутствует, тут ответка, вот, ее нету. По идее, как говорится, это утрачено. Сейчас посмотрим здесь. Да, здесь, как мы видим, она прикручена, вот, и ответка есть. А с этой стороны, к сожалению, тут ничего у нас нет. Вот, пустое место, тут как раз эта ответка была выломана. Ну, ладно, ничего страшного. Что-нибудь вот потом здесь придумаем. Вот есть такой выступ. Вот. Вот он. А здесь, соответственно, то же самое. Вот замочек такой. Проникаем сюда. Вот так. Отверточкой. Надавливаем вверх. Выступ этот выходит из зацепа и снимается вот эта единственная на фаре электрическая часть, разъемчик. Ну вот, теперь мы получили доступ к крылышку и ко всем тут потрошкам. Будем смотреть дальше, что теперь можно сделать. Теперь вот это крылышко надо привести в порядок будет. Вот, все подровнять. Сделать как было.